Европейский олимпийский комитет принял одно из своих самых важных и правильных решений за всю свою историю, потому что Европе нужны были игры свои, такие, как есть в Америке панамериканские игры, есть в Азии, не было европейских игр. И замечательно, что эти первые европейские игры отданы великолепному, прекрасному городу Баку, Азербайджана. Баку действительно не просто прекрасный, красивый, великолепный город, но это еще по-настоящему спортивный город. Там потрясающие новые стадионы, там прекрасная олимпийская деревня. Я был на многих олимпиадах, но, честно говоря, эта олимпийская деревня производит просто потрясающее впечатление. Стадионы на набережной, новый стадион, на котором будет открытие. Все это спортивные сооружения самого высшего класса. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что Баку проведет эти игры блестяще. И это новое соревнование. Многие не знают о том, что такое европейские игры, их никогда не было, и даже сомневаются, ну а что будет дальше. Очень важно, что первые соревнования пройдут там, где их наверняка проведут блестяще. Это будет означать, наверное, залог дальнейшего успеха европейских игр. Мы в России очень серьезно относимся к этим соревнованиям. Собираемся послать на европейские первые игры сильнейших спортсменов. Я думаю, что эти игры станут самым настоящим праздником спорта. Мы действительно недавно провели олимпийские игры в Сочи. Мы знаем, какой огромный толчок в развитии спорта дают такие крупнейшие соревнования, а количество участников в Баку будет даже больше, чем на зимних олимпийских играх. В нашу команду войдет 360 спортсменов. И там будет часть спортсменов, которые будут бороться за право получения олимпийских лицензий, право выступать в Рио-де-Жанейро. Но очень здорово, что в Баку будут представлены не только олимпийские виды спорта, но и неолимпийские. В том числе мы очень признательны хозяевам за то, что они включили в программу такой вид спорта, как самбо, который очень важен для нас. И я уверен, что самбо покажет себя на этих играх. И, по крайней мере, мы сделаем шаг к тому, чтобы продвинуть самбо и в олимпийскую программу. У нас есть такая хорошая традиция делать дом команды России. Вот мы хотим сделать в Баку дом команды России, где будет представлена в том числе и наша совместная история спорта, славная страница из истории советского спорта и с участием, безусловно, спортсменов Азербайджана. Я думаю, что это будет очень интересно и для жителей Баку, и для тех, кто приедет на эти игры, для иностранных туристов, болельщиков и, конечно же, для болельщиков нашей российской команды. Мы знаем, что очень трудно проводить такие соревнования, но мы уверены в том, что Баку с такой великолепной командой справится с этой задачей блестяще. Я хотел бы от имени Олимпийского комитета России пожелать вам удачи, ну, а мы постараемся сделать все для того, чтобы эти игры запомнились и с точки зрения выдающихся спортивных результатов, и дружеской, по-настоящему праздничной спортивной атмосферы.